проигрывает Шевырев вбрасывание. Денфорд его уже не пустил, преградив телом путь к этой шайбе. А это дополнительная атака. Денфорд здорово выходит. Гол! Умница! Джастин Денфорд оформляет дубль в этом матче. Вот оно, выигранное вбрасывание, как обернулось. Шевырев проиграл. Дальше Денфорд очень здорово включился. Получил пас от партнера на левом борту. Разогнался, объехал защитника и делает счет 3-1. Вот как раз забрасывание смотрим. Это кто? Паутов, да, делает передачу. И Теденби молодец, как скинул. А здесь, ну, за спину Швырёва и уехал Джастин Денфорд. А дальше выход 1-1.